Китайская федерация логистики и закупок отчиталась о позитивной динамике в индустрии перевозок. По итогам первых двух месяцев года темпы роста в секторе социальной логистики КНР составили почти 6% в годовом исчислении. Его объем превысил 55 триллионов юаней. Стабильно восстанавливается спрос на логистику промышленных товаров. Этот сектор вырос в январе и феврале более чем на 5%. В основе восходящего тренда лежит восстановление экспорта, считают специалисты. Оно привело к росту производства более половины промышленных товаров и стало стимулом для развития всего сектора. С начала года резко увеличились и масштабы импортной логистики, примерно до 3 триллионов юаней, что почти на 9% превышает прошлогодний уровень. Эксперты связывают это с высокими потребностями внутреннего рынка КНР. Благодаря своим огромным размерам он становится источником сырьевого спроса и движущей силой для восстановления всей мировой экономики.